Так, Дмитрий, запись пошла. Ну хорошо. Вот. Подходить к дереву я для пояснения. Дело вот в чем. У нас с тобой сценариев нет. Что хочешь, то говори. Да. Я говорю по поводу того, что вот, допустим, с этого абрикоса, который десертный, или иначе, как ты его называешь, там, бай, я выращивал подвое. Ну вот он, его много в этом году, но он очень мелкий. Вот посмотри. И листья, листья мельчайшие. Да. Это засуха, согласен. Засуха страшная. Вот рыжик немножко крупнее. И то, хотя мы поливаем, все нормально. Но речь не о том. Так, а Тоторова вот ты вспомнил. Ну, Тоторов тоже. Урожай хреновенький, потому что засуха вообще, труба дело. Очень мелкий. Говорит, тебе в этом году почти семечек не будет. Эти, я у него только сливы просил. Ага, сливовые, я про них и говорю. Так вот, продолжим. С этого я выращивал подвой. И однажды остались 4, ну, непривитые. То есть, нечем было уже привить, да и лишние. Я их за забором посадил. Из них выросли. С косточек садил подвой. Из них выросло с четырех деревьев. 3. Один в один материнские свойства сохранили. Величина вот. Бая. Бая. Слушай, тот бай, что это, на стакане лежал. Нет, тот филипповский. А этот рядом с яйцом, вот ящик у тебя есть сфотографированный? А, с этим, это мои, яйцо. Это там у нас. Вот это вот. Там, где они все размером с яйцо, яйцо лежит. Да. Все, понял. Это отборное яйцо, там 2-0 еще накрашено, чтобы понять, что это отборное. А люди не знают, с кем разговор идет. Погодите. Смотри. Это Чернобаев Леонид Дмитриевич. Ладно. Знаменитый художник. Не совсем знаменитый. Обычный художник. Скромность. Ну, обычный, нормальный. Да тебя не умеют так раскручивать, как я тебя, садовода. Ладно, хорошо. Давай. В итоге из них выросло 3 материнских, свойства сохранили. Один в один. Цветение, созревание в одно и то же время. А один, ну как это в себе не без урода, вырос. Вот он уже сейчас созрел, этому еще зреть, не знаю, недели две. Да, минимум. Точно. А тот уже, пожалуйста, можно кушать. Давай. Но в связи с этой засухой... Так, теперь еще раз. Это мой или Филиппева? Это Филипповский. Филипповский. Пошли дальше. Потому что у нас оба бай, но они как-то расползлись это по качеству. Я у Филиппева брал, а потом уже с тех прибивал здесь. Вот сейчас выйдем за оград. Но это просто у меня не было. Так, теперь посмотреть. Это... Плоды сильно мельче получились у сеянцев. Воды... Чуть-чуть мельче получились, чем как обычно, да? Без окраса, красного нет. Ну, вон там, в конце, сейчас под бисер давай дойдем. Тропинка, все. И наберем твоим детям. Слушай, а когда это ж да. Ты вырастил сад своим будущим соседям? Вот это? Ну да, это же участок просто не освоенный. Это ничейный. Посмотри. Вот это, тоже с косточки выращено. О чем я говорю? Сохранила материнские свойства один в один. Также с яйцо величиной, также румянец легкий остается. Идем дальше. Вот то же самое, такой же сохраненный. Погоди, надо людям показать. Значит так, первое дерево. Ну, немножко пожиже. Ну куда, засуха страшная. Ты уж, наверное, ты их не поливал. Константинович, а теперь посмотри, о чем я говорю. С одного дерева что могло получиться? Но этот явно будет мелковат, он уже Они все одинаковые, засуха, посмотри, у нас трава не растет. И, наконец, самый, который не без семья, не без этого. Да, который не... Вот он начал поспевать, сыпется. Да. Он в этом году ужасно мелкий, потому что, вон, смотри, трава сгорела вся. Сейчас мы достанем веточку и начнем. Слушай, а кто ж его пылил? Не рыжий ли? Нет. Я пробую. Нет, пробуй. Вот вкус у него очень съедобный. Но никакой горчинки, да. Никакой кислинки. А косточки как отделяют? Абсолютно, абсолютно культурный сорт. Абсолютно. Держи. Давай. Я сейчас пока наберу. Хватит, рук нету. Не, я наберу вот как ее называется, бетончик, да, и угостить своих детей, там, кого хочешь. Мы сейчас тряхнем, наверное. У меня еще и близко это. Так вот. Вы жаловались, ты жаловался, урожай средненький. Нет, на абрикосе урожай нормальный, а средний на грушах. А на яблоках вообще маленький. Все правильно. А на абрикосах наоборот, более чем достаточно, видишь? Вижу. Тут я уже вчера бетончик собрал. Это
родственникам отослал. Походу. Так, слушай. А. Ты вдоль ли? Это я говорю уже как коммерция. Вдоль ли? Косточки отлично. Продаем. Как сеянцы. Для наиболее. Смотри, растет за оградой. Уход ноль, полив ноль. Мало того, ни один мороз, на нее даже еще ни одна почка ни разу не отмерзла. Вот зверь получился. Так. Сорт? Ну, сеяние Чернобаева устроить название. У меня каталог уже сверстан. Да ну зачем это так? Ты... Да как по-другому? Ну, назови романтично. Саянский сувенир. Да полно уже сосом саянских. Сувениров, да? Нет, и сувениров полно, и названия саянские есть уже. Ну? Короче, я лучше знаю. Сеянец Чернобаева. Вот ты... Сеянец. Блин, не люблю это. Не, ну главное, фамилия. Позориться не придется. Ты нет, понимаешь, я не нет, чисто нет. Сладкий ем. Потому что такого нету. По у меня полный рост свиней, я два съел. А? Ну. У меня полный рост свиней. Вот, смотри, ветер продул, и вот они понасыпались. Короче, ты собираешь, ты вдоль. Хорошо. Как, тебе с пола собрать? Собирай все, потому что вчера эти подпорченные было. Для косточки еще лучше вот. Годятся. Нет, да они вот только что насыпались. Ветер перед дождем дунул. Ограде... Первое, на тебе косточку положи туда. Не могу я кощунствовать косточку выбросить. Нет, у меня тоже вон косточки, я вчера погрыз и также положил их. Думаю, Константинович за нее рубль даст. Рубль. Да бог. Так, значит, это... Мы уже давно не разделяем свои хозяйства. Тоторов теперь с нами. Я тоже пишу в скобках. Черенки продавал в скобках Тоторов. Да, все по-честному. У Тоторова очень много слив хороших. Вот. Ну, правда, и груши у него отличные есть. Яблочки. Но засуха нам в этом году повредит. Недавно он у меня был, вот буквально часа полтора назад. Говорит, наверное, останемся без черенков. Прирост малый. Так погоди, еще паника какая. Сегодня какое? Июня. 30. Еще июль, август, сентябрь. Че он это? Сейчас дожди пойдут, куда денется. Кстати, у тебя опять тоже дождя сегодня? Опять мимо? Не, мимо. И майно мимо. Вот сейчас только что, буквально минут 10 назад, с Жестовским разговаривал. Говорю, как там? Вроде тебе дождь накрыл. Он говорит, 3 капли, больше нет. Да мне с хутора сказали, а какая была туча, я машину скорее от града прятать. Да, да. Так, короче, подарок я детям увожу. Да, да. Вот, правда, мои дети в другие годы немножко зажрались, но пока еще у меня еще 2 недели ждать первых. Абрикоса пока еще нету, а вот тут вам сувенир. Как бы... Надо было бы лестницу взять, да это, собрать сверху. Там а что, уже у тебя уж какой сувенир у тебя? А? Что, сувенир Восток, что ли? Может, за лестницей сбегаю? А что ты прокачиваешь? Собрать. Вон на макушке они спелые, нормально. А, не-не-не. Что не некаешь? Только вот принцип один, только земли. А. Только земли. Иначе я опозорюсь. Самые зрелые. Это пусть даже на еду, но лучше я выкину перезревшие. Ладно, вот косточку одну раздавил, он косточку здесь. Вот. А теперь послушай меня, и я поеду. У меня там как раз в ритуальном центре дети ждут. Ага. Вот. Ты понимаешь, что это не мне? Меня тоже не удивишь. А детей сейчас удивим. Да, конечно. Да, это. И Тоторов сейчас покушал это дело. Говорит, интересно. А, говорит, понимаешь, что интересно? Назовем его сверхранним. Имеем право? Имеем. Потому что, ну, близко никто не поспевает. Близко. И теперь еще добавлю к этому. Позапрошлом году, в прошлом не было урожая, и в позапрошлом не было. Позапрошлом на этом было улеплено. Уже? Так это же молодежь. Нет, а на этих ни одного ягоды не было. А это же молодежь, когда бы он успел? На каком году примерно? Что, начал плодоносить? Да. Какой он молодежь, ему 10 лет минимум. Да ну ты еще и слепой, что ли? Точно говорю. 1 год, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Ну давай, посчитаем. 8. А я ему... 8 лет. Я его сначала обрезал. И сейчас начал обрезать. Мне не надо, чтобы он сад заслонял. Он зазаборный. Вот. Ну, 8 лет. Ну, а ты говоришь, плодоносил позапрошлым году начал. Нет, он и до этого плодоносил. Так а за счет 4-го года получается. Наверное. 5-го. Быстро. Сыр. Эти, смотри, вот эти все абрикосы, которые. Ну у нас уже сколько?
4 года не было урожая, так? И вот этот меня всегда спасал. На компоты, пожалуйста. А, не было на всех. На всех не было, только на нем. Нет, нет, это у тебя, а у меня тоже выборочно. Да? Да. Теперь так, я тебе, ты неудобно, звонили, ждут, дети ждут. Ага. Поэтому сейчас я от солнца встану. Давай я тряхну это. Ты меня послушай. Тряхну, да еще доберу. Нет. То, они самые зрелые подходы. Ну ладно, это пусть будет на еду, ладно. Во, видишь? Все, хватит. Пусть будет на еду. Опять раздаю. Видишь, они уже теперь послушай меня. Слушай вас. Значит, две выпускницы тимирязевки, кандидаты наук, вот, и прочее, прочее. Значит, сказали, написали, а это на канале, где 1 100 000 подписчиков, так, что косточки, которые продает Железов, вот, кстати, Бай тоже, да, это же все из Бая, Бай. Папа, мама у него Май, Бай, вот, у него Бай. Вырастают, из них вырастают, и причем она процветила классиков, ну, те, которые анти-мичуринцы и анти-лысенковцы, ну, понятно. Вот, дальше. Вырастают, цитирую, дички и жердели. И все это означает, что Железов занимается мошенничеством и обманом. Ну, ты будешь номер два обманщиком? Буду. Согласен? Согласен. Это судьба такая. Слушай, ну что я могу сказать? Я об этой информации от тебя слышал, и помнишь, как я назвал? Ну, значит, как, ты вообще это все услышат. Нет. А, недоучками можно? Знаешь, недоучки, местами где-то не... А цитируют, даже... интересно, что я потом цитаты нахожу. Давай проще. Даже не то, что недоучки, а где-то их недоучили, это раз. А второе, они не имеют еще свойства экспериментной работы где-то, или экспериментальной. У них нет опыта с этим повозиться. А вот повозись лет 30, 40, 50... Тогда поймешь, что с косточки вырастет то, что надо. Мы не успели сюда приехать, первым делом посадили абрикос. Да. Слушай, а скажи, какой, у меня всего 38 стаж, а у тебя абрикосовый. А, абрикосовый тоже где-то так. Я только не могу сказать точно, но где-то то ли 84-й, то ли 85-й год. Вот, ну, вот я с 84-го. Во. А яблочный стаж с 5-го класса. Потому что яблоки я сюда привез первым делом, как сюда попал. Тоже где-то в году 84-м привез с Талдыкургана, с Алматы и понасадил. Ну, об этом я уже рассказывал, что это меня сначала дураком прозвали. А я про тебя как рассказывал? Назарбаев дал команду, значит, найти апорт алматинский. В Казахстане нет, ни одного не осталось. Все загубили. Не может быть, что в Казахстане. Но это его слова. Это его цитировали, наверное, что надо восстановить, найти, да, чистый. А я в своих этих посоветовал обратиться к тебе. В каком году ты привез апорт? Ой, давно. Очень давно. Это, знаешь, примерно 86-й именно апорт привез. Сразу два сорта апорта. Алматинский и кроваво-красный. Вот. Это же чудо, они до сих пор. Ведь заметь, не деградируют. 40-градусные морозы местные перенесли легко. Да. Одна зима была что-то очень такая мерзко морозная и долго стояла там за 40. Знаю, как. Под Айдаем. Знаю. Чуть-чуть подмерзли. А дальше больше ни разу никто. Вот не, да, хоть бы один этот самый макушка подмерзла. Нормально чувствую. А север Казахстана все плачется, у них невыносимо, ни черта не растет. Ну, север Казахстана там суровый климат. Да, но там настоящая Сибирь. У них зато снег там, знаешь, какой? По 2 метра. А я видел, верхушки, знаешь, были эти телеграфные столбы засыпаны, да, полностью, да, вместе с проводами. Да. Поверишь? А зачем поверишь? Я же родом из Казахстана. А, ну все ясно. Мы же это, дом, эти входные двери, да, после снегопада, особенно ветер после снегопада, заносило так с крышей. А у нас на крышу лаз был специальный. И вот отец через крышу, через окно, это слуховое. Откопал. А лопаты все на крыше, и вот тоннель то прорубает сначала шурф около двери, двери открывает. Так. Начинаем откапываться. Ну ладно, покажи, ладно, еще баночку, дети ждут. Да, вот, подарок ему. Все, ну, спасибо. Пойдем, я тебе, ну, бетончик не отдам, наверное, а высыпем какой-нибудь. Ладно, так, друзья, заканчиваю. Вот, все-таки... Вот, понимаете, назвал этого человека волшебником, вот. А он сюрпризы преподносит один за другим. Нет,
приходи это с детьми вместе, поспеет тут на всех. Ну, у меня же свои, знаешь, сколько у меня в этом урожай? А у меня, может, вкуснее. У меня на некоторых деревьях по 30-40 ведер висит. Да, бывает. Это я по секрету говорю. Уже столько желающих приехать, я уже не успеваю отбиваться. Ну, все в порядке. Так, их боюсь града, страшно боюсь. Сейчас же он гремело. Вот эти деревья, абрикосы, я два раза поливал. Ведер по 10 подкидывал. Вот в эти все-таки поливал? Поливал. Жалко, иначе были бы они вот такие. Видишь, вон листья обвявшие. А это дикорос, это бархат амурский. Кстати, я тебе говорил, что семян есть? А, говорю. И барбарис поливал. Смотри, какой прирост у него. Нормальный. Во. Слушай. Мне он нравится, я люблю его это самое в плов кидать. Был бы ты этим самым, ты бы мог сортовой барбарис выращивать с помощью укоренения. Но ты же пальцы гнешь, я художник. Не, мне он не надо. Это для себя я только выращиваю. Ну как, конечно, художник. Я вон сейчас сижу, картину пишу по заказу, следующее, брошу ее. Люди просят. Ладно. Ну, вот тоже не политое ни разу дерево. Видишь? Обвисшее все. Да какой тут... Так тут, с весны 4, ни одного дождя нормально. 4-5 раз вот тут прокашивал, видишь, вот это все пространство. А сейчас вон оно, даже полынь высохла. О, уж этот сорняк. Нормально, да? Ну, согласись, что это самое удивительное, то, что мы жалуемся на этот же самый засуху, другой год на мороз. Да, а сады вот то, они. Дожди затопили. Затапливало так, что я думал... Что там, куда там Лондона до нас? Вот ваш этот самый алматинский апорт. Твой. Не, не мой, который это оттуда я привез. Ну, который привез, да. Ну, теперь он уже чернобаевский. Не, общий. Вот этим, конечно, самая главная гордость, самое крупное дерево. А вот это твое. Тоторов сегодня говорит, Володя. О, так у тебя яблоки крупные довольно-таки. Крупные. Так я говорю, знаешь что, тут поливается чуть не это раз в неделю. Но все равно не будет рекорда. Не, не будет. Не повторить. Запомни, 540 грамм твой рекорд личный. Ну, самое интересное, что мы еще не могли не найти. Еще крупнее могли быть. Не, крупнее были, но что это самые крупные? Это что под руку попало. Надо среднее брать. Ну, считаю, что среднее 500. Потому что мои на 500 потянули. Ага. Так что вот. Такие. Ну все, я выключаю. А то мне удобно все-таки. Меня ждут в реабилитационном центре. Тебе пакетик, наверное, я сейчас... Да, пакетик. Все, помаши людям рукой, скажи, я не прощаюсь. Хорошего.